и привет, мои хорошие! Я Вера, и я снова с вами. А сегодня мы с вами слепим морковку. Геройскую морковку из игры «Растения против зомби». Давайте же скорее приступим. Приготовьте оранжевый пластилин. И главное, не забудь подписаться. Слепим детали для туловища, зеленую ботву, а также детали для мордочки. И приступим к сборке. Сама морковка состоит из трех частей. Вот такого вот вытянутого шарика. Из заостренного толстенького жгутика. И вот такой вот тоненькой пластиночки. И теперь нам нужно соединить эти детали. Нужно прикрепить кончик. Мы возьмем наш стек. И немножечко лишнее удалим, потому что у меня получился большой. Большой жгутик. И вот оставшуюся часть мы прикрепим к нашей морковочке. Как вы заметили, туловище морковочки потолще, чем сам кончик. Потому что кончик будет еще оборачиваться вот этой самой ленточкой. Вот так. Совсем немножечко. Лишнее удаляем. Готово. Так, сам кончик поострее делаем пальчиками. И теперь нам нужно забрать мордочку. Возьмем шарики черного пластилина. Главное, наметим сначала, где у нашей морковочки будут глазки. Аккуратненько прикрепим. Теперь стеком сделаем такую небольшую улыбку. И в эту улыбку нам нужно поместить немножечко белого. Так, и теперь сделаем такие бровки, галочки.
Так, пробки у морковки разные. Одна вот так вот, как бы скобочкой, а другая скобочкой в другую сторону. Так, мордочка почти готова. Нам понадобится два маленьких белых шарика для того, чтобы сделать блики в глазках. Вот. И приступить наконец-то к ботве. Ботва — это вот такой вот жгутик, который мы вот так загнем галочкой, вытянем кончик, а этот просто сплюснем пальчиком. И второй такой же сплюснутый, и на конце кончик вот вытянем. Теперь мы эту палочку прикрепим к галочке. Получается вот такой вот тройной хвостик, который мы прикрепим посерединке. Мы здесь сделаем небольшое углубление, чтобы наш хвостик хорошо держался. Прикрепляем. Вот, теперь он как влитой. Вот такой вот малыш-морковь у нас получилось. Вот морковь готов. Морковь оживляет погибших растений. С помощью витаминов и магии, конечно. Вот такой вот он, очень нужный в бою. Всем пока-пока. До новых встреч.